дела? А, не очень-то хорошо. Ну что ж, буду осторожней. Здесь так жарко, как в заднице у дьявола. Когда мы перебрались в ад? Ты сам хотел переехать сюда для работы над этими идиотскими видеоиграми? Да, на крэк бабки с неба свалится. Почему нет света? Сломано. О, черт! Когда ты закончишь там причитать, возьми список, что я оставила для тебя на холодильнике. Чертова баба. Где молоко? Оно в этом чертовом списке. Несу и тебя в этот чертов список. Что за... Ах ты, тупая псина! Не выпускай пса! Дерьмо! И не забудь про мою гравийную дорожку! Да как скажешь! Так... Так, посмотрим. Но эти поручения сами собой не выполнятся, так что нужно идти. Встретиться с Винсом? Так, я немного перебрал вчера, но я думаю, я помню, где я работаю. Забрать немного денег превосходно. А, вот это где. Купить молока? Так, и где это? А, вот это где. Это может мне повредить, но я ж чувствую себя потрясающе. И чего только эти разработчики игр не придумают, чтобы заработать лишний бакс. Ну, по крайней мере, это познавательно. Thank you.
вон из-под кур, идиоты! Лежать, если не хочу. Что тебе здесь нужно? Винс хочет тебя видеть, парень. Спасибо. Убирайся отсюда, наркоман! Я чувствую себя дерьмово. Я чувствую себя не очень хорошо. Я должен перестать курить это дерьмо. К этому дерьму так быстро привыкаешь. Стой, или я буду стрелять? Ты говори, говори, я все равно не слушаю. Мне определенно нужно еще. Лежать!
Полегче. Не очень-то хорошо. Лежать, если не хотите. Винс хочет тебя видеть, парень. Спасибо. Эй, парень, ничего личного, но ты уволен. Но я приступил к работе только вчера. Твой чек у меня на столе. Иди и возьми его. Готово. Игры несут зло. Они сводят вас с ума. Игры несут зло. Они сводят вас с ума. Кто со мной? Игры несут зло. Они вперед, парни, со мной! Игры несут... Какое облегчение. Получай, должок. Возьми и это с собой. Получай напоследок. Получай, должок. Так, мне уже лучше. Получай напоследок. Эй,
можно. Дина, умри сегодня. Сюрприз! О, эта штука хорошо действует. Что? Лежать, если не хотите подохнуть. Думаю, мне стоит опасаться этих придурков. Они могут нанести вред моему здоровью. Лежать, если не хотите. Как поживаешь? Не очень-то хорошо. Ну что ж, буду осторожней. Ты не знаешь, сколько сейчас времени? И почему это, когда ты говоришь, мне хочется повеситься? Похоже, ты с ума сошел. Ты считаешь, что видеоигры несут зло? Если бы это касалось твоей задницы, ты бы знал. У тебя с головой все в порядке? Ты не знаешь, сколько сейчас времени? Это что, скрытая камера? Ты не слишком-то разговорчив. Лежать! Он убийца! Что за мерзкий запах? Здесь что, собака сдохла? Нет, серьезно, я хочу знать.
Хорошо, спасибо. Спасибо вам за ваш нечестивый визит. А теперь убирайтесь. И заходите еще, пожалуйста. Превосходно. Давайте ваши деньги сюда. Привет, что желаем. Нечего здесь просто так стоять и глазеть. Конечно. Это будет 20 долларов. Ничего больше здесь покупать не собираюсь. Пожалуйста, успокойтесь. Или я обрушу на вас колонны огня. А, бабочки! Давайте ваши деньги сюда. Вот сюда. Привет, что желаем. Привет. Поторопись быстрее, покупай что-нибудь. Спасибо. Полегче. Баксов. Хорошо. Сейчас внесу изменения в ваш счет. Готово. Превосходно. Пожалуйста. Извините, но вам придется встать в очередь. Привет. Эй, идиот! Эй! Чё за? Сколько вы хотите положить? Убирайся. Полегче. Хорошо, теперь внесем изменения в счет. Вот, готово. Что? Пожалуйста. Что за... Убирайся отсюда, свинья! Я сказал убирать. Я обнаружил подозреваемого. Оружие или я буду стрелять? Стой на месте! Я обнаружила подозреваемого. Стой или я буду стрелять? Стоять! Убирайся отсюда, наркоман!
Стой или буду стрелять! Что тебе нужно здесь? Задание выполнено. С крайней жестокостью. Пришло время идти домой. Лежать, сукины дети! Ложись! Все на землю! На землю, я сама уложу вас! Все на землю! Я сказала лежать! Что? Что? Боюсь, у меня больше не будет детей. Стой на месте! Ты ходил на работу? Ну, я... что-то вроде выходного. Вот и хорошо. Тогда, может быть, ты сделаешь еще кое-что для меня? Да уж, я такое с тобой сделаю, женщина. Что ты там говоришь? Ничего, дорогая, пей свое молоко. Давненько я не исповедовался. Надеюсь, я не забыл всех своих грехов. Так, посмотрим. О, да, если я смогу найти это место. О, да, нужно собрать подписи под петицией. Круто, я общественный деятель. Похоже, мне все равно придется заняться этим. Идиотская библиотечная книжка. Эта сука даже не смогла ее прочесть. Так, и где это? О, Гарри в нашем городе! Мне понравился фильм «Происшествие». Так, посмотрим. Я думаю, это дерьмо не разгребется само собой.